Здорово. Привет. Заезжай. Тяжеленькая. Да ты задолбался своим айфоном. Ты просто нищий, ты смеешь. У меня появилась большая и амбициозная идея – сделать ваншоты в пиво-пролет, который еще не видел мир. Для этого нам нужна крутая локация. Первый день. Мы с друзьями приступили к изучению локаций и составлению плана нашего будущего пролета. Мы сначала продумаем весь пролет, а потом уже подумаем, какие действия будут делать персонажи во время этого полета. Мы сейчас находимся рядом с самым популярным, самым известным магазином техники в Украине – «Цитрус». Окей, мы залетаем. Летим, чтобы не делать большие развороты, летим по такой траектории. Огромное двухэтажное помещение, два больших длинных зала. На первый взгляд они показались довольно скучными. А все дополнительные комнаты были без выходов, поэтому мы решили их вообще не использовать. Нам нужно было найти самые интересные места, где может пролететь дрон. Ух ты, прикольно! Подводный скутер. Второй день мы решили проверить, а смогу ли я вообще пролететь во всех этих сложных местах. И я приступил к изнурительной тренировке. Сейчас мы тренируем самую сложную часть пролета. Пролетаем под столом, вылетаем к нашему персонажу рядом со стойкой. Залетаем дальше. И нужно еще пролететь сквозь этот стол. Здесь очень узко, и мне нужно буквально проскальзывать дроном по этой поверхности. Больше всего я боялся за дорогущие маки, через которые проходила траектория. Я боялся коснуть их дроном. В общем, полетели. Чтобы пролет был интересным и зритель не скучал, нужно было добавить экшена и драйва. Для этого мы стали придумывать персонажей и их действия на пути дрона. Мы так заигрались, что сами создали себе две больших проблемы. Первое, когда мы составили все этапы плана в один большой пролет, мы поняли, что придумали что-то невозможное и слишком сложное. Если еще взять каждый отрезок по отдельности, то после тренировки их можно было осилить. Но вот в формате ваншота это казалось невозможным. Вторая проблема в том, что персонал, который мы хотели использовать, они работают над тем, чтобы подготовить магазин к открытию. И нам нужно найти людей, которые будут участвовать в нашем пролете. После десятка крашей сложные участки пролета были все же покорены. И теперь я был готов их пролететь без особых проблем. Осталось покорить участок на улице. Здесь меня ждал сюрприз. Сильный ветер не давал пролететь сквозь машину. Что там машина, я даже в магазин с трудом залетал. В
конце пролета мы придумали безопасную ловлю дрона с помощью коробки. Коробку мы не успели найти, и Илья на эмоциях сделал глупость. И решил поймать дрон голыми руками. Это в любом случае будет неосторожно. Нету осторожного способа поймать летающий квад руками. Никогда этого не делайте. Мы только что спешили и допустили ошибку. В планах этого не было. У меня новый рюкзак от iFlight, специально для FPV-дронов. Очень большой, вместительный. И внутри у меня еще одна новинка от iFly Protect 25 Pusher. Сегодня будем на него снимать. И еще этот рюкзак ночью светится. Финальный день. Сегодня мы должны осуществить это. Я переживал за все. За дорогую технику в магазине. За актеров. За сложные участки пролета. За моей спиной стояла огромная команда. У меня была самая важная роль. И не хотелось всех подвести. В съемке принимало участие 16 человек. 8 работников Цитруса и 8 моих друзей. Вы только представьте, насколько сложно организовать действия такого большого количества персонажей. Одна из самых сложных ролей была у Ромы. У него было 2 проезда на самокате и поднятие по таймингу по лестнице. Он даже подскользнулся и чуть не упал. Вторым важным персонажем был Виталик, он же охранник. Он открывал двери в начале пролета и корректировал действия людей на первом этаже. Еще ему нужно было вовремя запустить Mavic и в конце пролета сделать так, чтобы дрон смог пролететь ему между ног. На втором этаже руководил процессами Илья. Он отдавал команды участникам, чтобы все действия были отыграны четко по таймингу. Даже после того, как он порезал себе палец пропами, он все равно согласился ловить дрон в конце пролета. Галя, лови размен. Из основного реквизита у нас были апельсины целых 8 килограмм, денежный пистолет, DJI Air 2S, машинка на радиоуправлении с кофе и костюм динозавра. Все были готовы на 100%, все были на своих местах и знали, что делать. Все должно получиться. Но тут все пошло не по плану. Сначала некоторые участники пролета не выходили вовремя. Пролеты были успешными, но без ключевых персонажей. Потом почти идеальный пролет был сбит. Весь дрон был в раскрошенном горошке и перце. Курсовую камеру так забрызгало, что я еле долетел до конца. Потом на моем пути появилась купюра, которая застряла в пропеллере. Фух, ну сколько можно? Все, я настроился сделать этот пролет и наконец-то долететь до конца. Но что-то пошло не так. Начались краши один за другим. Я был в шоке, ведь на тренировке в этих местах я пролетал вообще без проблем. Время поджимало, в 10 утра открывался магазин, и к этому времени мы были обязаны закончить. Что ты делаешь в Цитрусе утром? Фен выбираю, хотя штучки приколяться, смотри какие. Что, я сам такие хочу себе. И наконец-то, да, у меня получилось, я смог пролететь от начала до конца. У нас есть тот самый идеальный ваншот. Как же я ошибался. Я не знал, что меня поджидал еще один сюрприз. Оказалось, что в одном из крашей камера сломалась и выключилась посреди успешного пролета. Когда ты разбираешь GoPro, здесь есть 2 платы. Основная плата GoPro и плата от Naked. Вот задняя плата постоянно щелкалась, когда мы делали пролет. Из-за этого мы не могли до конца доснять наше видео. Вот так. Одна проблема за другой. И мне уже начало казаться, что сама вселенная против того, чтобы эти съемки состоялись. Я очень расстроился и не понимал, что происходит, ведь на тренировке все эти сложные участки я пролетал без проблем. Как выяснилось уже позже, пульт управления сломался и работал некорректно. Четвертый день. Поехали. Было очень страшно, боялся опять облажаться. Огромная команда была полностью готова выполнить весь план, и все зависело только от меня. В голове была куча сомнений, а не подведет ли меня дрон, камера, пульт управления? Все ли выйдут вовремя? Смогу ли я пролететь сквозь все проемы, ничего не зацепив? Да, у нас все получилось, с первого раза. Удача. Казалось бы, все уже снято и можно расслабиться, но нет. Пролететь и снять ваншоты FPV – это только половина успеха. Любой дрон при полете сильно шумит, он не может записывать звук. Вот так звучит наш пролет.
А так будет, если добавить только музыку. Уже хорошо, но чисто музыка не погрузит вас в эту атмосферу. Каждому фильму нужен саунд-дизайн. После полета мы пошли по локации и начали записывать звуки. Открытие стиральной машинки, звук машинки на радиоуправлении, звук колес офисного кресла. Мы даже придумали разговоры для персонажей. Каждая вещь имеет свой уникальный звук, но не все звуки удается записать. Хорошо, что есть сервис Epidemic Sound. Этот сайт постоянно меня выручает. Я просто захожу на сайт, и уже на главной меня ждет подборка треков по стилю, который я использую на своем YouTube-канале. То есть без поиска я уже вижу треки, которые мне нравятся. С помощью стрелок на клавиатуре я могу быстро перемещаться между треками и быстро их перематывать. Это гораздо ускоряет поиск нужной мне музыки. Звуковые эффекты я ищу с помощью поиска. Например, ввожу в уш. И вот он, огромный список. Осталось выбрать тот, который резонирует с видео. Хлопки, движение ветра, атмосферные звуки. Все это в лучшем качестве за несколько кликов отправляется в монтаж. И видео теперь буквально дышит жизнью. Советую использовать сервис Epidemic Sound. Он улучшит ваш монтаж и сэкономит вам время. Регистрируйтесь по ссылке в описании, и вы получите месяц бесплатной подписки. Здорово! Привет! Заезжай! Тяжеленькая. Да ты задолбался своим айфоном. Ты просто нищий, ты смейку. Ой, еще один раз колосяк сейчас должен идти. Попался.